Бассейн в центре реабилитации был практически с момента основания учреждения, однако на протяжении 15 лет он не работал из-за протечек. Как только в медцентре появились средства, водно-лечебный комплекс решили расширить и ввести действенный метод гидрокинезотерапии. Это что-то наподобие водной аэробики, но намного эффективнее при восстановлении после травм конечности, позвоночника и даже нервной системы. Пациенты вместе с инструктором выполняют упражнения с резиновыми мячами и гимнастическими палками прямо в воде. Помогает людям побыстрее разработать контрактуру суставов, растянуть мышцы, растянуть связки, ну, помочь полностью оздоровить себя, свой организм. В бассейне уже смонтирован необычный фонтан «Кобра», и это не декоративный элемент. Направленные потоки воды массажируют плечи, шею, голову больным людям. Заработает гидрокинезотерапия уже летом этого года. Ходить в бассейн на процедуру смогут пациенты старше 16 лет. Уровень воды в чаше достигает 130 сантиметров, и для малышей не предусмотрен по проекту. Гидрокинезотерапия – достаточно редкая медицинская услуга, медицинская реабилитация, поэтому есть потребность, есть необходимость вводить эту услугу в нашем центре для наших пациентов. Пока идет ремонт бассейна, в реабилитационном центре немало другого гидрооборудования для пациентов с травмами рук, ног и позвоночника. Например, жемчужная ванна, где пузырьки воздуха под компрессором создают массирующий эффект, а последний из приобретений – водометная кафедра для душа Шарко. В нем струи воды направляются под высоким давлением, массируя определенные участки тела. Здесь устанавливается атмосфера, специальный датчик для воды, и регулируется, прорабатывается область и спины, и таза, нижней конечности, верхней конечности, плечевой пояс, да, в зависимости от поражения, области поражения у пациента. Попасть на гидролечение жители республики могут бесплатно, но по направлению врача-реабилитолога. Процедуру могут занять от 10 дней и до нескольких месяцев, пока человек не восстановится после болезни. Мария Добрынина, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.